Сегодня в Доме правительства прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Чувашской республики. Подробности в нашем сюжете. В повестке дня вопросы обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций, а также готовность сил и средств к обеспечению безопасности перед началом нового учебного года. В этом году поставлена задача завершить приемку образовательных организаций к 15 августа. Параллельно ведется работа по установке систем мониторинга по оповещению о чрезвычайных ситуациях. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что во всех наших интернатных учреждениях сегодня установлена система «Стрелец-мониторинг». Выделено 1 200 000 рублей, и она сегодня подключается к базовым станциям. 80 миллионов рублей выделено на обеспечение безопасности, а это, кстати, на 20 больше, чем в прошлом году. Всего же на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направят более 750 миллионов рублей. В Чувашии 1077 образовательных учреждений, и каждое из них подвергнется тщательной проверке. В настоящее время 100% оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и имеют электронные паспорта безопасности. А вот кнопкой вызова полиции оснащены не все, но эту ситуацию в скором времени обещают исправить. На заседании затронули тему школьных автобусов. В этом году закупаются 4 новых транспортных средства для детей, а в следующем году в планах значится замена всех автобусов старше 7 лет. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.